M1 Global presents. Уважаемые любители смешанных единоборств, вашему вниманию предлагается супербой в полулегком весе. В синий угол рейджа приглашается Дулустан Акимов, Якутия. Я Акимов Дулустан, мне 23 года. Занимаюсь в клубе Сахапай, приехал из Якутии. Пожелаю своему сопернику удачи. Дулустан Акимов, Якутия. В красный угол рейджа приглашается боец из республики Ингушетия. Мусар Евлоев! Я Мусар Евлоев, тренируюсь в бойцовском клубе «Нарте». Постараюсь порадовать своих зрителей хорошим боем. Сопернику же желаю показать очень зрелищный бой. Супербой в полулегком весе. Синий угол рейджа. Дулустан Акимов, Якутия. Дулустану 23 года. Вес 65 килограмм. Рост 175 сантиметров. Рекорд. 3 боя, 3 победы. Красный угол рейджа. Моусар Евлоев, Республика Ингушетия. Моусару 22 года, вес 65 килограмм, рост 174 сантиметра, рекорд 3 боя, 3 победы. Призер СКФО по панкратиону, призер чемпионата СКФО по греко-римской борьбе среди юниоров, чемпион Республики Ингушетия по ММА, рефери в ринге Магомед Султан Ахмедов. Бойцы на середину. Внимание, бойцы, работаем 3 раунда по 5 минут. Внимательно слушаем команду «Стоп». Головой не бьем, ни в голову, ни в корпус. Каната не хватаем, за шорты не хватаемся. Пожали руки по углам. Come on, 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 come on
Thank you.
В этом поединке на второй минуте второго раунда удушающим приемом победу одержал боец в красном углу рейджа Моусар Евлоев! Моусар! Садись, два! Уважаемые любители смешанных единоборств, давайте покажем напоследок, как умеет шуметь ингушетия. Поехали! Поехали!